Как показывают многолетние наблюдения и исследования, клещевой вирусный энцефалит на территории области в последнее время не регистрируется, поэтому вакцинация в плановом порядке не проводится. В советское время укусы клещей были явлением нечастым. Это было связано со стремительным ростом сельского хозяйства. На огромных территориях высаживалось множество сельскохозяйственных культур, где клещи чувствовали себя в своей тарелке. Теперь же насекомым после спячки нужно искать питание в других местах и находят его, как правило, в городе. В этом году на текущий период по сравнению с прошлым годом количество укусов увеличилось в 5 раз. Но, тем не менее, клещи могут передавать ряд инфекционных заболеваний. Самое страшное и опасное – это клещевой энцефалит. Эта инфекция, к счастью, у нас на территории Рязанской области нет. Мы не эндемичны по этой территории. Вот. Но такая инфекция, как клещевой боррелиоз, болезнь Лайма, она регистрируется у нас ежегодно. В прошлом году 60 человек переболели данной инфекцией, в том числе больше 10 детей. Укусы клещей зарегистрированы в населенных пунктах Клепиковского, Кораблинского, Рыбновского, Рязанского районах, в населенных пунктах Мирный, Семчина, Галенчина. Поэтому отправлялись на природу, не следует забывать о соблюдении правил поведения на опасной в отношении клещей территории, носить специальную защитную одежду или носить одежду таким образом, чтобы не допустить заползания клеща на тело. Следует помнить, что прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать делать заблаговременно.